Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем стройку нашего прекрасного пикирующего бомбардировщика П-2, Петляков-2, 48 масштабе от фирмы «Звезда». Мы в этой серии начинаем ровно там, где закончили в прошлой. Мы продолжаем строить интерьер самолета. Фюзеляж остался совсем немножко. И будем его уже склеивать две половины между собой. Ну так что, продолжаем. Будем склеивать немножко, подкрашивать немножко и уже, в принципе, наверное, собирать. Поехали.
Так, пока кисточкой этот подкрасил, как вы видели, да, немножко мелкие части, как обычно все. Пока краска высыхает, я вот ставлю вот еще верхние стекла. Посажу на клей, они будут у меня в закрытом виде. Я так решил. Пока приклею. Их надо аккуратненько. Так, пока сохнут мелкие части, что мы дальше будем делать? Сюда мы нанесем на приборную панель декали. Вот этот вариант будет. Осталось ставить две части, покрасить пулемет вороненой сталь. И какие-то две части приклеить мелкие совсем. И эта страница у нас закончится. И останется у нас всего одна страница до покраски. Всего лишь одна. Чтобы пулемет не красить в одиночестве, мы сейчас соберем еще два, это верхний и нижний, или наоборот, наверное, вот этот нижний, это верхний, и покрасим одновременно. Будем собирать.
Так, возвращаемся к фюзеляжу. Данные вещи готовы для покраски. Мы пока вот эту мелкую часть, какой-то рычаг, поставим на место. Очень мелкое все. Так, готово. И еще один рычажок, вот этот желтенький. Тоже мы сейчас поставим на место. Чтобы понять, куда поставить, вот сюда. Ага, все вижу. Так, так, теперь надо нанести декали сюда. Клей закрываем. Все клеи закрываем, чтобы не опрокинуть. Это пока половину убираем, эту тему убираем до покраски. Скоро будем красить. Так, а здесь нам надо декали нанести. Что мы и будем, ребята, делать. Вот наши картинки. Нам нужна декаль номер 2. Вот она. И 3. Врезаю по контуру, ближе к рисунку, чтобы как можно меньше уменьшить подложку. Так, это раз, вот это два. Вырезано, пойду воду наливать. Воду налил, жидкость взял. Нужен... есть у меня зубочистка. Этот, ватная палка, зубочистка, если нам понадобится. Воду налил. Декаль в воду опустил. Ждем. Так, теперь я маркфитом наношу сверху, наношу на поверхность, на которую буду наносить декаль. Аккуратно. Декаль прикладываю на место. Лишнюю влагу удаляю ватной палкой. Декаль выравниваю.
И прижимаю теперь сильной ватной палкой. И все. Декаль приварена, сейчас она подсохнет и больше она никогда уже не слезет. Теперь то же самое делаю с нижней. Получилось вот так. Видите? Потом мы все покроем матовым лаком. И все. Все, пусть пока подсохнет. Сейчас мы ее поставим на место и пройдемся внутри, уже не трогая стекла, естественно, матовым лаком. И потом уже будем... потом я вставлю пулемет и будем уже приклеивать правую половину и левую половину. Итак, покрываю лаком матовым все, что я собрал. Лак использую от фирмы Акан, эмалевый разбавитель. На стекла, естественно, стекла, естественно, покрывать не буду. А вот все остальное пластиковое, это да. Хочу вид сделать более матовый. Прям совсем чуть-чуть. Все. Так, следующий шаг. Покрываю вот этой краской. Это черненая сталь, вороненая сталь. Фирма Акан, артикул 66029. Покрываю ей вооружение. Сильно разбавил растворителем. Несколько слоев. Все, пусть пока подсохнет.
Так, перевернул, два слоя нанес. Все, будем ждать, пока высохнет. И продолжим сборочку. Так, вот все произошло с склеивание двух половин фюзеляжа. Сейчас он на клею находится. Все это произошло довольно-таки, в принципе, легко. Ступенька только вот в одном месте, мы ее подточим. Не смог я ее сразу сделать, но придется немножко зашкурить. Потом немножко обработать. Все, вот такой вот получился аппарат. Стекла, фонарь насухо я уже примерил. Подходит он довольно-таки неплохо. Я думаю, что проблем с приклеиванием не будет. И с щелями. А там не знаю. На этом страницу мы заканчиваем вот это вот. И остается у нас всего две странички. Продолжаем собирать. Сейчас хвостовую часть будем собирать. И потом уже после того, как подсохнет, но я думаю, что это уже будет в следующей серии, мы уже соединим обе половинки крыла, хвостовую часть в одно целое. И будем уже наносить маски, готовить к покраске первым слоем краски. Первая краска это будет голубая, это будет низ данного самолета. Так что пока продолжаем. Так. Приклеил я две половины, все высохло. Сейчас мы аккуратненько снимем резиночки, вот эти вот, которые удерживали две половины до склейки. Аккуратненько. После этого мы сейчас с вами сделаем, зачистим стыки склейки, зашлифуем, потом будем приклеивать половины крыльев, и тогда уже наша вот эта конструкция, да, она пока так называется, будет похожа на реальный самолет. Смотрите, склеилось все отлично. Прекрасно. Я рад и счастлив. Ну что, перехожу для вас в убыстренный режим. Смотрите, какое кресло. Ой, шикарное. Красота. И будем крылья приклеивать побыстрее.
Так, ну теперь сочленяем крылья. Крыло, вернее. Оп. Отлично, без щелей, без всяких ненужных нам дел. Смотрите, соединение, оно просто безупречно на самом деле. Прекрасно. Все, пусть пока сохнет, и будем вторую половину крыла присоединять, приклеивать через несколько минут. Пока сохнет клей, мы с вами соберем, продолжим собирать. Так, рулевые поверхности нам они нужны. Да, собираем. Так, давайте подведем итог этой серии. Все, мы собрали полностью фюзеляж. Мы присоединили крыло и левую и правую половину. Правая, она вообще легла идеально. Половина, левую, ну, немножко придется подтачивать снизу. Небольшая ступенька есть. Но это вообще элементарно. Рулевые мы сделали. Завтра мы их... Вернее, в следующей серии мы их поставим на место, они сейчас сохнут.
И будем в следующей серии делать уже, обрабатывать стыки крыла, обрабатывать, удалять излишки клея, где не видны, вот, на обтекателе двигателей. Может быть, еще где-то что-то найду. Будем с вами делать вооружение, уже на место ставить, да, подкрашивать, где это необходимо. Ставить фонарь. И начнем, наверное, уже делать маски, приклеивать, да, для подготовки, для окраса. Окрашивать изначально будем голубым цветом, это будет низ самолета. Вот, ну, продолжим в следующей серии. Спасибо, хочу сказать спасибо за внимание, то, что смотрели и то, что смотрите. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайки. Удачи вам, пока-пока.